Поблагодарить шефов за помощь в зоостройкомплекс приехали воспитанники Нижнетагильского детского дома школы. Строители помогают детям во всем. Ремонтируют помещения, организуют праздники, спортивные мероприятия. Огромнейшее вам спасибо, что вы нас поддерживаете в любых начинаниях. Начиная от строительства нам красивого актового зала, в котором проводятся все наши праздники, и где проходят все самые лучшие и любимые конкурсы наши. И мы надеемся, что вы в этом году будете активными участниками всех наших конкурсов, начиная от волейбола на кубок уполномоченного по правам ребенка по волейболу и нашими любимыми танцами со звездами, где участвуют и дети, и взрослые. Гости вручили руководителям компании благодарственные письма, подарки, сделанные собственными руками, и прочитали стихи. Машина, высокий экран, работа с душой человек. Пусть все будет просто отлично, издание стояли весь век. Зоостройкомплекс помогает воспитанникам этого детского дома уже почти 10 лет. Наша помощь детскому дому началась около 10 лет назад, когда они обратились к нам с просьбой помочь в проведении ремонта досугового центра их, то есть их актовый зал, где они сейчас организовывают все праздники, то есть один из корпусов детского дома. То есть и с того момента, так скажем, мы стали постоянными какими-то попечителями, шефами этого детского дома, помогаем им в разных абсолютно сферах. Один из последних подарков за зоостройкомплекс детскому дому – проектирование корпуса для детей, прикованных к инвалидному креслу. На безвозмездной основе специалисты предприятия сделали проект с учетом всех специальных требований и норм. А сегодня юных гостей встретили чаепитием. И главное, рассказали, что же это за профессия строитель. Я думаю, для ребят и это, в принципе, мероприятие – это какое-то вот разнообразие, это какая-то радость. То есть отвлечься от того, что от одних и тех же стен, там, в которых они постоянно находятся. В зоостройкомплекс говорят, что будут и дальше оказывать помощь и радовать ребят.